В Саратове на карантин закрылись колледжи и техникумы. Занятия приостановлены по предписанию Роспотребнадзора в связи с высокой заболеваемостью ОРВИ. В учебных заведениях среднего звена одновременно заболели свыше 20% учащихся, сообщили в региональном министерстве образования. К карантину присоединились и два вуза – Саратовский технический университет и СГУ. Там отменены лекции, а также массовые спортивные мероприятия. Предполагается, что карантин продлится до 24 февраля включительно. Напомню, что сейчас закрыты все школы в Саратове и Энгельсе. Эпидпорог в области превышен почти на 73%. За неделю респираторные заболевания диагностированы почти у 30 тысяч саратовцев.